Привет, это Реборн. На одном из моих последних стримов мой подписчик Супер ВТФ через донатик, за что ему огромное спасибо, попросил меня посмотреть ролик, который называется «Он откроет все двери и попадет к нам. Троллинг маньяка. Угарный маньяк CSGO». Обычно мы такое смотрели у Квантумца, а тут у нас канал Soda Effect. Я, по-моему, его не смотрел ни разу. Вот, давайте глянем, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Сань, ну отвалите, пожалуйста, месье. Хуя улетел. Курочку гриль. Ой. Давай, чего? Давай, давай, падай ко мне. Нет! Ой, Мишка Фредди! Нет! Да! Ты че? Как ты так выжил? Ты жопа! Могу, умею практику. Блять, вот это стоп-кадр! Наступил! Так. Помогите! Всем здорово, ребят. Просто хочу сказать спасибо за лайк, если ты его поставишь. Это маньяк в CSGO. И всем приятного аппетита. Давай, давай поставим. Сразу же начинаем. Как ты тут оказался? 2-1? Блин, мало надо. А, нет, 3-1. Магия. Магия, магия. Ой, спрятался в кровать. Да вы охренели, господа. Это же вторая КС-ка, да? Это все это. О! О! Чика! Привет, Чика. Бам! Блять, почти! Здравствуйте! Хорош! Понимаю, понимаю. Глючок вернулся в CSGO. Ты давно не играл, типа? Зов, тебе все хорошо? Ебать, ебать, ебать! А, ему похуй такое падение? Здравствуйте! Привет! Беги, беги, беги! Здравствуйте, здравствуйте! Как ты узнал? Я не знал, я просто сюда спрыгнул. Бля, ну ни хрена вот так он, блядь, прочитал, может сказать. О, что? Я видел чью-то ручку. Да, у меня, видимо, гигантские руки, раз я это видел. Ну, ты же там Фредди или Чика, кто-то. Ну, где же ваши ручки? Ну, где же ваши ручки, да, Паша? Нет, нет. О, теперь мне страшно. А чё так? Не-не-не. А чё тебе страшно? Я как вас зайти? А чё это вдруг? Оп, ой. Павел. Что-то вам страшно. Вон он торчит. А? Я ничего не вижу, Саш. Да-да-да, рассказывай мне. Чёрт. Чёрт. Подъерье. И как туда залезть? Павел. Да, Саш. О, если ты будешь так настойчиво ко мне идти, я тебя... Блять, сучок. Нашел, куда залезть-ка, по крайней мере, да? Ну, мне страшно, что я могу поделать? Павел. Да, блять! Ты чё, ты рассчитывал на другой этот, что ли, исход? Маленький мудень, а. Как ты злой. О, ушел. Выхода нет. А что с качеством случилось? Алло. 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 И где ты? Убия. Куда? Не расскажешь. Оба. Так прокрался, блядь! Незаметно! Подожди, я толстенький, подожди, пожалуйста! Нет! Толстенький, наоборот, больше. Ну вот тайминг, сидел, ждал, 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 прохожу, вижу эту страшную рожу, все, умер. Так оно и бывает обычно, блядь, давайте мы отнём немножечко. Тин-тин, тин-тин. Тин-тин, тин-тин, тин-тин. Да где, блядь? Тин-тин, да господи, тин-тин, 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 тин, о господи. Да когда ты кончишься, рекламка? Господи, да блядь. Что такое? Три минуты рекламы, по-моему. О, наконец-то. Спасибо. Сейчас надо было коллаж забирать. Вот, ссылка на сайт в описании, а мы продолжаем. А он уже вышел? Оба-на. Кто это? О, ручка. Оба-на. Он уже вышел. Пока, пока. Нет, он не вышел. Нифига он подпрыгнул, блядь. Ну-ка, стой. Стою. Давай я с тобой расплачусь. Чем? Кем? Давай кем? Нет, давай кем? Деньгами. Неплохо так, смотри-ка. Вот деньги. Кем ты со мной расплатишься? Деньги бери. Дизофиком или диадемкой? Ах ты, ладно, пойдем кому-нибудь, кто там ближе. Какая разница, тебя все равно в конце убьют. Я уже слышу, кто-то слинял. Кто ближе, тот окажется. Ой, он вас допустил?
Ляха, он за стенкой. Да? И как к нему попасть? Где? А ты где? Я за тобой. Я тебя не вижу теперь. А, ну а я спрятался. Знаешь, я от тебя смылся, Не радуйся раньше времени, он тебя все равно найдет и убьет. Я смылся. Привет. Сейчас кто-то умрет, пацаны. Черный я, черный я. Блять. Что это за кнопка была? Да, блять! Вот сучок отпустил на свою голову. Я думал, это Пашка. Не-не-не-не. Пашке страшно. Глюк, ты нормально? Нет. Что это за звук? Что это за звук? Что за звук? Что за звук? Блять! Упал. Кому-то пист... кому-то беги. Кому? О, кому? 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 Беги, кому? Беги, кто беги. Это? Кто почему это, мне кто всегда? О, хорош! Оля-ро-ро-ро-ро-ро. Блять, это что за аниме? Кто тут дверью шаркает, а? Ух ты. Две двери? Как интересно. Ух ты. Как интересно. А как ты туда попал? Маленький. Маленький дезопрос. Маленький удар. Ух ты. Ну-ка еще раз сделай. Сука, чё? Сделал. Чё? Так, а где это было? Да блять! Да блять! Да сколько, сколько их! О, это сода, моя это любимая штука, да! Блять, сколько их там? Да-да-да. И упал, и улетел. Чё за прикол? Чё за чикен? Блять, чикен с оружием. 100 000 000 000 лет назад, когда Дизов еще умел двигаться... А ну открой эти миллион дверей! Чё за книжка? Не-не-не-не-не. А реально... А чё их так много, бля? Бесконечно, что ли, может быть? Миллион дверей? Да, да, это уже чувак так делал. Охренеть! Охренеть. Ладно, хуй с ним, да? Он не может их открыть и передумал идти туда. Да, ну конечно, то... Что, да, хули делать, чё? Он натыкал, блин. Да, времени нет на это, да? Ладно, я могу открыть. Падла. Тебе. Вот. Я тебе открыл сразу все двери. Спасибо. Нет, я тебе не верю. Он открыл хоть Паша. Куда ты делся? Ты же меня спасешь, если что. Мразишь. О. Да блять! Ну вроде как туда попасть? Смотри, вот так вот. Нихуя. А все, блять. Дурак, что ли? Все, пускай там сидит. Да я найду нычку. Он застрял? Сука. Как попал? Вот это я неожиданно, да? Вы у меня оба. Я могу либо отпустить Соника, либо тебя спасти, Паш. Слышишь, повелитель душ. Спасибо. Он что, реально двигаться не может? Оп. Привет. Двоих сразу. Спасибо, кусок ты мяса. Спасибо, Дизель, спасибо. Обращайся. Оп. Оп. Здрасте. Где вход, падла? Я так и не нашу. Я думаю, явно не с этой стороны. О, вот с этой. Вход. Смотри, куда погоди. Это он? Не, не туда вход. Да, это он. Чё за прик... А ты его не видишь, Дизов, всё. Да. Да. Эй, чё он ходит там? Там за стеночкой от тебя. Не ходи там. Не ходи там, не ходи здесь. А где мне ходить, Дизов? Я пойду побегаю от тебя. Дизов, где мне ходить? Там. Там. И от меня, и тебя. Да? Такая музыка, как будто в каком-нибудь Том и Джерри. Где ты? Где ты? Привет. В жопа, Кадель. Бля, куда он делся? Серьезно? Повезло, Дизов. Выйди на улицу, Саш, подними голову вверх. Нет тут никого. Никто не летит. Точно? Лови. Точно никто не летит? Гонстерёт, что ли, блядь? Уходи! Хорошо. Всё, нет тут никого. Толчковая мина. Нет тут никого. Прощай, Дизофик, прощай, Дизофик. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ой, нормально. Ой-ой-ой. Привет. Беги! Беги! Ты сам на себя орёшь, или мне показалось? Пока! Хорош! Да, я сам на себя ору. У меня профи, на. Во, вот сюда. Вот сюда. Оп. Не, лучше бы ты мне показал миллион. Ебать, полетел страшно. Могу миллион дверей показать. Глюк, ты чё в чистое стекло тыркаешься, а? Я откуда...
Ты что, его просто отпустил? Пойдем. Нафига? Я тебе покажу, покажу лучшую нычку. Пойдем. Не, эту я знаю, эту я знаю. Я знаю. Да. Ну, стоп. Серьезно? Как зашел? Вот, да. И тут все. Серьезно? Вот так, видишь? Спасибо. Все, жопка глюка поймана. Спасибо. Мы тебя спасем. Вот как, оказывается, сюда надо заходить, да? И он будет видеть твою жопу. Жесть. Жесть. Не, ну это крутая ловушка, прям вообще. Ловушка злая. Пашка, заходи, ищи вход. Не-не-не, не пойду. Я знаю, там миллиард тысяч миллионов. О, Фредди. 1500. А что тут до этого были только чики, по-моему? Чики-чики. Ну, допустим, там миллиард миллионов 100 500 дверей. И что дальше? Ку-ку. Козлина. Ай-ай. Он уже не маньяк, я думал, он маньяк. Знал, фу, да? Блядь, а это, оказывается, Фредди маньяк, понял? Подглядел. Нет, я нашел. Куда я глядел? Ты что, дурак, что ли? Что там происходит? Кто это ломает? Это Дизов, по всей видимости. Да. Не да. Могу пройти через дверь, ломаю. Серебонькой дверь. Это что, кто-то харкнул? Да, я тоже не понял. Дизов, ты что такой агрессивный? Мне кажется, это глюк. Прям в этот, в экраны. Фу, блять, у меня аж полетело. Ты что, офигел? Попадалово, попадалово, как говорится, Паша, попадалово. Да ну нет. Теперь ты отсюда не выйдешь. Да тут что, все такие двери, да вы что, работаете? Не, это вот на самом деле, это лучшая просто ловушка. Это просто шикарно, блядь, отсюда он теперь не выйдет. Которую вот я вообще видел. Вот один раз чувак сделал такую карту, вот это просто вообще вышка-пушка. Это жесть. И ну типа что? Бывают чернокнижники, а бывают чернодверники. Дизов, только вот эту кнопку. Тут белодверники, блин. Я ему нажал не так много дверей. Вот, Паш, твой единственный выход сейчас это открывать. Оно все, оно сломалось, ребят. Нет, нет. Ты что, дурак? Да Саня! Ты куда нажимаешь? Это я! Да Саня! Застрял. Все, заебись. Теперь он не выйдет. Подожди, подожди, подожди. Какие кролики это, чипечки? Подожди, Саня. Нет, я в жопку. Пошел. Ай, сука. А, не видно. Я ничего не вижу. Сволочи, блядь. Паша, у тебя один выход. Давай так. Ты зайдешь сюда обратно. Мы тебе сделаем чуть-чуть дверей. Чуть-чуть дверей. Нет, чуть-чуть дверей. Я знаю эти чуть-чуть дверей. Тогда пошли его резать. Тогда мы его режем. Да. У тебя все еще есть выход, Павел. Он даже не достает до них. Охуеть. Это что, будет первый раз, когда маньяка убьют у меня на памяти? А, нихуя у него не исчезает. Что такое? Ножичек короткий, Пашка. Нормально, нормально. Суки. Смотри, что у меня есть. Ладно, на, держи. Да нахуя? Уколись. Зачем ты ему дал? А пусть уколется, чё? Она же бесконечная. Ну да, ну так это да, пусть уколется. Да, чтобы меня зарезали, сволочи. Так мы тебя и так зарежем. Сука. Реально они убили маньяка? Такого я никогда ничего не видел. О, квантума, как минимум. Охуенно. Да, момент, когда я вышел, мне прям звук этот прям вообще не очень приятный. Паш, лови в глаз. А, вот что за звук. Пту. И сейчас. Ты понял? Мы его прям не. Оттуда можем тпхать. Да. Ребят. Да. Да. Пауза нужна, извините. Да, конечно. Режь его, Пауза! А мы тебе пока завалим. Сука. По-моему, тут наоборот, типа, чуваки, которые убегали от маньяка, превратились в маньяков. Пиццы захотел, сука. Нормально. Как вы не плыли сразу вышли, да? Лучше, друзья. Пауза нужна, говорит. Вот что значит с друзьями играть, да? Пошлите, пока найдем, где спрятаться. Сейчас придет, а тут уже не пауза, тут уже новый раунд. Че я тут делаю? Да сдох ты, блядь. Да, ты...
Сам. Слишком долго ждал. Загадочной смерти. Заполивали до смерти, да, сволочи? Так. Ну-ка. Ну-ка. Кто тут шликаль? Ой, а чё ты так быстро? А, фу, бля, я чуть в пене пересрался. Кто тут оказался? Страшно, потому что... Поворачиваю экран, а ты тут уже... Скорость большая, когда боишься, да? Чё, Паш, как дела? Я что-то за кем-то шёл и в итоге ушёл. Привет. Что? Что? И побежали. Что за говно? А чё, по-твоему, надо делать? Стоять на месте и ждать, пока ты их завалишь? Не понял. Чё, не нашел, да? Серьезно? Не нашел. Что мимо меня пролетело только что? Пашка. Что? Пашка. А? В шкафу поищи внимательнее. Мне Глюк тоже рассказал, я тоже не мог найти. Там надо на приседе. Блядь! Ты охереешь. А я-то тут при чем? Я даже не бегал, суки! Ну вот по... Подставил, блядь! Поэтому я и нашел тебя в кустах. И все вокруг меня... А, не, все-таки он не поставил, другой. Брались все специально как будто... Ну, суки! Пашка. Да. Ну посмотри реально, там в шкафу, ты охереешь. Мне просто хочется твою реакцию узнать. В шкафу? Как минимум ты узнаешь мою реакцию. Сидя вот в ту стену, в которую ты ныкался, когда услышал, как я Дизофа порезал. Серьезно? Я пытался смотаться, я думал, ты знаешь. А ты Дизофа порезал? Я вообще ничего не... Не-не-не, я... Так, это на первый же этаж, да? Да, там в шкафу. Сода, что это за байти? Ну выйди на выход. Ну? А, нажать на выход, понял. Че? Ну, он не помещается. О, пришел, привет. Да, где я, бля? Я в туалете! Ты че, сука? Ты че? Че там? Че, сука? Ты че? Воспроизведите кто-нибудь звук. Хэтфу, пожалуйста. Плюнул. Хэтфу, блядь, вот на. Пожалуйста, обращайся. Интересно, сколько он там дверей сделал. В этот раз. Паш, ладно, давай посчитаем вместе с тобой двери. 11. А, он уже считает, нихуя. 12, 14. 15, 16, 17, 17, 19, 20, открой. Да не торопись, 30, 20, не торопись, 40, я и так 8, это ускорю. Сука. Ну как? Блять, охуенно смех, когда ускорили. Сань, только не нажимай больше, я немного нажимал, честно. Да. Давай, спасибо, давай, закрывай больше. Да, блядь, это нереально. Да, блядь. Да, блядь, что это? Все, хана, Фредди остается здесь. Сука, ты его забыл. Ой, я тебя видел. Не надо. Господи. Не надо. Ой, убил все-таки. Я тебе помогал, а ты? Ой, блядь, Пашка, ты чё, дурак? Он не может залезть в стену. Да, это тупая стена. Или тупой я. Ты чё, с... Оба варианта, мне кажется, бомбы могут подойти, да? Ты стороны их открываешь? Да. Ты чё, охерел? Понял, Сань. Что такое? Что такое? Я знаю, что ты хотел сделать, крысюк. Ну-ка. Крысюк. Тебе пятнашки пошли какие-то, блядь. Не, пятнашки это другое. Догонялки. Нет. Или все-таки пятнашки. Нормально. Да. О. Да сюда прыгает. Паш, иди в жопку. Я хуй он догонит, мне кажется, таким способом. Ой. Паш, отстань, пожалуйста. Еще 53 секунды осталось, давай, ты успеешь. Хорошо. Слава богу. Где? В доме. В доме. Что это? ТП, блядь. Откаты. ТП. Хос просто пингует. ТП. ТП, сука. Ой. Вылазь оттуда, блядь. Ай, блядь. Оно засосало? Ладно, все, вылез.
18 секунд, давай! Сможешь! Куда бежишь? Я не знаю, просто бегу, бро. Назад беги. Бегу назад. Я в тупик. А все равно не успею, да? Вы видите, типа, ну... Да, что это такое? Да, да. Привет. Две, одна! Вы, он один. Ах ты, сука, ты все это время был... Хорош! Есть. У меня есть хорошая нычка, Саш. Поделиться? Или глюк? Давай. У меня есть уже. Где? Поделись. И глюк такой в коридоре. Иду. Это ты такой вот... Ты прилазил? Нафига ты стоит, ты торчишь, залезь обратно внутрь. Я согласен, поделись. Нет, Дизок, тебе не надо. Все, надо. Вы идете за мной, нет, пацаны? Надо? Да, я сказал, надо, да. Все. А, ну это я знаю. Ой, блядь, Фрей. Ну, Паша, подстава. Ты знал, что ты знаешь. Опять музыка изменилась. Ты такой быстрый. В смысле, я быстрый? Бегу за Содиком. Он прям в спине. Не догонишь. Чувак, который называется... Ой. Пошел ты, Дизок, пошел. Пока. Блядь, он рядом. Почему тебя до сих пор не убили? Я не знаю, повезло. Он по крыше бежит, прям над тобой по крыше. У меня вопрос, а чё глюк вообще это? Ой, где он был? Не показалось? Саня, отстань! Глюк, человек 5 секунд. Зачем ты? Что, значит, типа вышел из окна? Вышел. Слушай. Такой звук был, как будто он ноги сломал. Куда мы? Ой, рядом. Ай-яй-яй-яй, пока. Нормально, спиной. Хорошая позиция. Это остановочка, спасибо, я просто наблюдаю за всем происходящим. Бля, там Дизов убайтит на прыжки. Дизов, а ты наверх смотрел? Нет. Где? Нет. Блядь, такой голос забавный. Чёртов! Этот шприц, блядь. А, рядом! Бля, чуть не пересрался. Живи. Он прям сзади, сверху на крыше, по центру крыши. О, блин, сука, я испугался. Какого прям фига? Прям за тобой. Немножко подотстал, прыгает в окно. Сдох. Ой. Ты чё, рофлишь? Ты куда полетел? Ты чё, рофлишь на... Саня? Ты меня не видел, дурак. Серьёзно? Просто так спрыгнул, хотя не надо было этого делать. Паш, дай шприц. Так где нет у меня шприца, бро? А куда ты исчез-то? Я сейчас. В смысле, я вниз спустился? Да конечно, гони больше. Я гнал как не в себя, Саня. Паша, он шифтить начал. Упал. Блять, свалился. Я сейчас обосрался, просто пи***ц. Бежим, блять. За DVD так и прыгнул. Тихо. Все, Дизой. Страшно. Пошёл-ка ты в жопу. А чё это? Не хочу. Блять, надо было стоять на месте, он свалился. Спускайся в парашюте, Сада. Сада, аккуратно. Бля. Прыгай дальше! Сложно! Так можно! Саня, аккуратно! Для такие тайминги секундные! Аккуратно, Саня! Он прям за спиной! Прям все, тебе конец! Все, тебе конец! Нет! Хотя нет, может, ты убежишь? Нет, я убегу! Он застрял, хорошо! И пока, Дизель! Меня заколебал! Сань, ты что пристал ко мне? Да я просто бегу за тобой! Ну, пристал, значит. Сань, ну отвалите, пожалуйста, месье. Курочку били. О, нифига себе, не столкнулись там. Давай, падай ко мне. Нет! А, сука! Ты чё? Как ты так... Бля, выкручивается из любой ситуации. Жопы я ступил. Ой, рядом было. О, помогите! Саня, отстань! Что? Отстань-то! Это его работа, маньяка, блядь, приставай к тебе! Боже, Дизов, ты что, дурак, что ли? Какая Сань, я так не умею, как ты, поэтому скоро умру. Все, я кончился, Паш. Какашка! О, блядь! Передохнуть надо передохнуть. Я же сколько раз вас пырнул. Как вы вообще живы? Можно вопрос такой? Могут, умеют, практикуют, блядь. Дизов думает, если он тыкнулся в меня, это значит пырнул. Да не, у меня прям звук удара был. У меня прям был звук удара. Раз это не был, ты у него отнял. Да, ты по мне попал, типа. 65 хп ты отнял.
Да. Где ты? Я следующий. Здесь. Остался последний. Я здесь. Где здесь? Здесь. Здесь, в доме, ищи. Давай, если ты зайдешь ко мне в комнату, я тебе скажу. Уже не скажу, да? Ну, ты не сказал. Так, а потому что я не был не в моей комнате, да? Но он не ко мне в комнату зашел. Моя комната была в туалете. О, привет. Да, твоя тебя. Опять музыка изменилась. Давай, еще 57 секунд. Дурак. Дурак. Дурак, дурак. Я, блядь, запутался, не знаю, куда бежать. Подзор пока. Что за что такое? Обманули дурака на 4 кулака. Сейчас он возьмет и убьет его, да? Ты что, охерел? На крышу выходить. Привет. Дизофик, который, как всегда, не понимает, что происходит. Да я видел его в двери, но я не могу в окно попасть. Ой, рядом. Да, звуки недовольны. Саня, жить 15 секунд. Живи, бро, живи. Хорошо. 14. Давай. О, кстати, был хороший фейковый звук на то, что ты... Фух. Все, это... Спасся, хорош! Победа, победа! Человек, даю тебе подсказку, ищи соду, ищи соду, ищи соду. Охуенная подсказка, спасибо большое, как будто я без тебя об этом не знал. Ты не успел, все. Вообще подсказка. Хорошо, я согласен. Ты дурак? Ты пугаешь, блин. А чё я к нему там... Откуда он там взялся? Хороший вопрос. Я не знаю, что ты... Прям в руки к маньяку. Тут ты меня ждал, я здесь, я весь твой. Туда спрыгнуть решил. Так и запишем. Глюк и Дизов. Это был так себе план. Глюк, ну вон, прыгай. Ну, Глюк, отстань. Ну, Глюк. Сука. Ой, улетел. Вот так и прыгай. Пам! 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 Смеется он еще. Уписька. Уписька. Ой. Глюк, хочешь прикол? Да. А он тебя не хочет. Это что за турбо такое было? Вот этот звук улетать. Что-то Это Дональд Дак. Ой, 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 что началось, Глюк? Подожди, я застрял. Ну ладно, тогда убегай. Хорошо, это так? Так он же застрял, как он убежит? Да, да, да. Да. Понял. А-а-а! Рядом! Я еще выждал такой, блин, просто нереальный тайминг. Думаю, ну сейчас он куда-нибудь свалит. Свалил. Прям к тебе, блядь, в объятия. Ой, привет. Чё ты пристал ко мне? Потому... А, ну я хотел сказать, потому что ты один остался, нифига. Он реально прям... Ты по моему дому ходишь. Просто по кругу шарахается тут. Ну, ля, ну что тебе надо? Да крышит, ломается. Страшно-то какой, Фредди. На, типа, ебал. Он по миллиметру, и все равно упал. Как я прям. Победители мы с тобой, Глюк. Ой. Спасибо, Санька. А ты где? А, понял. Добрый вечер. Даже незаметно было его на самом деле. Тут достаточно-таки спокойно, пока Глюк тебя чейзит. А я тут сижу, чилю, да? А где он вообще-то? Если увидишь... Где-то залез по лестнице, да-да-да. Глюк. Нам страшно. Да ты заколупал! Рядом. Ну как это так получается? Да ты просто неудачник. Привет. Ты дурак, скажи мне. Ой. Ой, сука. Боже, он меня пугает. Да я ой, что я вижу. Бля, он позади нас, биг жим. Биг жим. Да он по дому ходит. Большой жим, да, блядь. Пугать пытается, тварь. Сука. Знаешь, как надо сделать? Вот так вот. И будет не страшно. О, он упал. Да он все равно тебя найдет. Привет. Отлично. Че, лети, пташка. Прощай, Мишка. Издевается над бедным Мишкой.
А давай Глюка дверями помучим. Веди его в ту ныку в шкафу. Давай. Пашка! Живу. Красава, красава. Давай, дверь делай. Делай грязь, делай грязь, делай грязь, делай грязь, делай грязь. Не сделал двери. Паш! Спрятался? Да ты повезло, блядь. Я сейчас обосрался, не ори на меня. Или это не он был? А это все-таки, наверное, маньяк был, да? Он просто выкупил весь наш план, тварь. Я его, по-моему, не в тот чат написал, да? Че, думаешь, блядь, я тупой, не догадаюсь? Ты серьезно? Я думаю, ты тупой и не понял, что Паша меня дверью прищемил. За ней все это время сидел. Хорош! Как? Миллисекунд? О, 8 секунд. На! Отлично. Ой, ой, рядом. Слеп? Нет. Бежим, бежим, есть, выжили. Хорош. Усюхи. Люк, скример ходящий, сука. Он полетел спиной. В бане сидит там, как будто бы, блин, у него это пара дофига. Опять уходят двери, блядь. Однажды они закончатся. Никогда. Сука. Сука. Глюк, ты же знаешь. Даже не надейся на это, брат. Глюк. Да. Я знаю, что здесь есть выход, я хочу этот выход. А он тебя не хочет, поэтому успокойся. Зачем тебе конкретно тот выход? Он не работает, видишь, он забагованный. Дверь открывается, она снова появляется. Ну бред же. Потому что он их наплодил просто, блядь. Сюки. Теперь вы меня сломали, блядь. Ой. Ой. Ты теперь опять сломали. Приветики. Иди сюда, курица, а. Давай, давай. Че ты? А? Че ты? Че ты? Че ты? А в смысле? Че ты? Нож? А реально, почему он не достает? Че ты? А вот надо покупать классные длинные ножи, как говорит Паша. А они разве не одинаковые, по идее, должны быть по пикселям? Два года ты будешь меня рубить. Пашу зарубили и тебя зарубили. Мне кажется, дверь надо эту закрыть, чтобы нормально попадать можно было. Стоит. Ну ему уже похуй, он смирился со своей судьбой. Дизов, можешь отпускать его? Я думаю, он уяснил урок. И больше не будет вас преследовать, да? А тут курочку, смотри-ка, захотел. Что не стоит с нами связываться. Тебя открыть? А вот он прям подо мной. Да, конечно, ща прибегу, только он там тоже. Не знаю, получится ли у тебя. Ой, рядом. Пролезть, конечно. Ой-ой-ой-ой, беги! Ты чё, дурак? Ты чё, с дурачком не стал? Ой, опять здесь. Ты чё, дурачок? Ё-моё, Дизофик умирает. Нет. Прямо на уголке. Я думал, улетаю теперь, блядь. Сука, Марио началось, опять! На. Ай, Саня! Опять твои вонючие флешки! Красава! Я хотел тебе помочь. Да. А в итоге не особо, да? В итоге ему да, прям да? На, еще одну. Лови флешку! О, в этот раз помог. Помощь. Я сам помогу. А ты где? Так я тебе и не хотел помогать. Ой. А Глюк, наверное, не знает про эту, да? Знает! Не знает. Забайчено. Бля, рядом! Что? Глюк? Что? Глюк, как? Сука, это страшно было. Он же тебя так и добьет по чуть-чуть, потихонечку. Еще 11 секунд. Давай, успеешь! Все, Глюк, я с тобой дел не имею. Я заныкался. Нахер я за телеком усяду. Хоть с толком. 3 секунды телек хотя бы посмотрю, раз тебя завалить не могу, да? Смотрит на соду. Дай пятюню. Моя мечта. Сука. Однажды я до него доберусь. Надеюсь, что сегодняшний манчок вам понравился. С вами был Soda Effect, Diadem, Глюк и Дизов. Все ссылки, охуенно, как всегда, в описании. Подписывайтесь на все наши... Там, блядь, ой, по часу есть. А, другой что-то, наверное. Канал, и всем пока. Вот этот член. Пока, ребятки. Пока, ребят. А, иенный ролик получился. От души пожал. Спасибо большое всем, кто участвовал. Это было весело. Что-то я думал, на самом деле, что только как квантум делает. Оказывается, нифига подобного. Я просто большинство, видимо, ютуберов не знаю. Спасибо большое моему подписчику за просьбу. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.